Фосфор со щелочью будем нагревать и получающийся газ пропускать в пробирки с веществами. Вот установка, обратите внимание, рядом с тягой. Снизу, 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 снизу. И старайся греть сначала. Опа. Так, поехали, греем дальше. Значит, это у вас полыхнули пары фосфора в пробирке. Так, вот пошел выделяться газ, опускай в марганцовку. Опускаем в марганцовку. Марганцовка, марганцовка коричневеет. Так, перебрасывай в йод, марганцовка явно покоричневела. Вот идет выделение газу. Это в йод. В йод. Так, в йод погрузили. Так, зачем погасил? Сейчас из йода вынес, сейчас засосет обратно, ага. Так. Ниже, 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 ниже. Так, с йодом похоже, что ничего, да? Угу. Так, быть серебро. Там сейчас, ага, в серебре что-то выпадает. Дальше давай в медь. В меди ничего не выпадает. Так, и в никеле ничего не выпадает. Слушай, в медь еще попускай чуть-чуть. Там газ-то выделяется еще. Да. Так. В меди что-то происходит, но что непонятно. Скорее всего, это летят как каплеунос щелочи. А вот в никеле, да, что-то сверху получилось. Ну-ка, в никель еще погоняй. То есть такое ощущение, что просто... Такое ощущение, что там реакция какая-то идет медленно. Вполне возможно, кстати, что это никель восстанавливается. Вот вполне возможно, что черный, это восстанавливается никель. Так, ну все, вынимай трубку и можешь прекращать нагревание, потому что, похоже, реакция уже прекратилась. Фосфор со щелочью. Значит, снизу, ага. Значит, сначала у нас фосфор. Вот сейчас он вспыхнет. Так, ага, все, можем нагревать. Вот пошел процесс, можем погружать в йод. Ничего. В марганцовку. Так, вот. А, хрен. Хрен его задуешь. А прекрати нагревание. Вот, серебро у нас. Так, серебро сразу чернеет. Может дальше погреть чуть-чуть. Так. В медь. В медь, в медь, в медь, в медь, в медь. В медь, по-моему, чернеет, но как-то потихоньку. Давайте в никель. Так, а тут, собственно, уже все, по-моему. В никеле выделяется что-то темное. Так, оно тут, похоже, у тебя реакция вся прошла уже. Нагревание прекратилось, похоже, что. Так, итак, пробуем заполнить шарик. Если сейчас не полыхнем, конечно. Так. Успокойся! У нас есть стакан с кусочек. У вас есть мозги и руки. Все. Так, ну что? Протыкаем? Вопрос, чем его протыкать? Стеклянной трубкой можно. Точно. Так, дайте я выйду. Ой, а можно я хотя бы уберу пенал, потому что... Открой на аудио, лети на аудио. Открываем пенал. Держай, когда опять меня не увидел сюда. Куда прилетел? И ничего. Приливаем кислоту в остатки после нагревания. В пробирку после... где грели щелочь фосфором, залили кислоты, выделяется фосфин. Значит, там образуется фосфид натрия.